Здравствуйте, уважаемые водномоторники и же с ними сочувствующие. Вторая часть видеосюжета про американский лодочный мотор Johnson 115 2 такта. Значит, кто не видел первую часть, сейчас будет ссылочка вверху экрана. Но вкратце расскажу. Значит, достался по трейд-ину мотор. Немножко пришлось покорячиться. Я его водрузил на стойку. Показал комплектацию, которая была. Значит, в чем была трудность, что с открытым гидроподъемом он приехал. Не знаю, как так его снимали. А сложить я его не могу, потому что проводов человек не дал. Он их мне попозже привезет. Они остались у него на лодке. Пока что я с Yamaha снял вот такие мои самодельные проводочки. Наши отечественные. Это жестковато, конечно, но пойдут. Сейчас будем подавать напряжение и посмотрим, как работает гидроподъем. И далее по списку. Итак, начнем. Красоты. Вся электрика подключается вот под этим кожухом. Здесь очень грамотно сделано, что не надо откручивать полностью эти болтики. Чуть-чуть они прослаблены. Хоп, мы так вот вверх снимаем. И вот она у нас, разъемы плюс-минус. Итак, сняли кожух, смотрим. Это плюсовая фишечка, болт плюсовой. Это вот минусовой. Но как я подразумеваю, вот это минусовой болт, именно отдельный. Но двигатель-то американский. Я сейчас за кадром попытался сюда подобрать болтик, а нет, никакая резьба не входит. Видать, не метрическая, а дюймовая. Ну, соответственно, я откручиваю вот это та же масса. И сейчас сюда массу, сюда плюс. Вот, подтягиваем. Ну, как-то так вот получилось. Ну, за неимением родных проводов я не буду эти провода прокладывать. Их, наверное, как-то вывести, конечно, сюда надо. Но у нас задача все смонтировать и чтобы гидроподъем работал, завести. А хозяин, когда мне передаст родные провода, уже уложим, как положено. Подключаем минус на минус, плюс на плюс. Ну что, момент истины. Так, вверх идет. Ну куда вот эту штуку-то девать? Ну подожди. Ну упор. Сюда что ли? А, вот она как. Ребят, эта штука, этот кронштейн, вернее, извиняюсь за мой французский, это упор. Упор, причем довольно-таки грамотно сделан. Смотрите как. Опа. Ничего не надо, никаких деревяшек подкладывать. Ой. Давай, давай, милый. Все, вверх. Ну и наконец-то мы его опускаем. Все, на цилиндр демпфирующий встал. Пошел, конечно. Какие-то звуки отсюда. Главное посмотреть, не греются ли провода. Ну ничего вроде. Медленно, но верно. Ну, очень тихо работает моторчик. Первый раз, честно говоря, такой звук приятный слышу. Так, до упора. Все, дальше не надо. Итак, смотрим сблизи. Так, трогаю моторчик. Все, ничего, все. Не греется ничего. Все, опускаем. Нормальное положение. Это вот отсюда шум идет, как будто релюшка работает, не знаю, что там дрожит, что ли, что-то. Все, ну ничего не греется, дым ниоткуда не идет, как у меня на Yamaha было. Какие-то умельцы заменили провод силовой в три раза тоньше.
начал я испытывать гидроподъем, и этот проводочек у меня загорелся. Так, покажу, как некоторые решения грамотно здесь сделаны, чтобы снять, значит, шумопоглощающий, или как его называют, кожух впускных коллекторов. Ничего не надо откручивать, просто такие резиночки снимаются со своих мест, и опа, у нас в руках вот так вот появляется. Что мы здесь видим? В одномоторнике, кто с двухтактными работает двигателями, знает, что вот эта вещь внизу всегда замасливается. Если двигатель работает как-то не так, у меня на одном мерке было, постоянно вот здесь скапливалось масло. Ну что мы здесь видим? Здесь все хорошо, каналы сухонькие, и так вообще все живенько. Сейчас возьму камеру, покажу сблизи. В хорошем виде, масло каких-то супер подтеков я не вижу. Все здорово. Так, посмотрим сейчас, как тут дроссель. Ну-ка, где он тут? Вон они, дроссельные заслонки. Переведя в нормальное вертикальное положение двигатель, можно еще раз осмотреть его. Чекуха заводская с номером. Классная. Красивая. Так, непонятно, что вот это вот за отсутствующий здесь болт. Ну, понятно, что это не крепление, это крышки головки цилиндров. Не знаю, задам вопрос хозяину бывшему. Здесь вот какой-то болт на этом месте просто как заглушка. Что непонятно, если он работает. А, нет, подождите, смотрите, вот, вот, вот. Тут то же самое. Получается симметрично. Этот болт заглушен. Так, здесь то же самое, этот заглушен. И здесь отверстие не заглушено. Странно. Надо в мануал будет залезть, посмотреть. Так, смотрим, что у нас здесь. Вот сухость прям радует меня. Внутри прям так хорошо. Никаких тебе подтеков масла. Какой-то гадости нету. Все, пойду за проводами, приборами. Все это коннектить. Такую я соорудил импровизированную панель приборов. Ну, собственно, сейчас все сюда закреплю. Замок. Самое главное, как закрепить пульт дистанционного управления. Он врезной. Я под него ничего не смогу здесь сделать. Но как-нибудь прикреплю, чтобы было все наглядно, все в одном месте. Будем заводить, уже все будет красиво. Ну вот, пытаюсь устанавливать все это дело. Сейчас же такие штуки вскрываются. Вот разъем вообще симметричен. Как его делать? Ну, скорее всего, вот вниз идет проводка. 1, 2, 3. Здесь подписано. Старая снасть и отдохнуть не даст. Вот. Тут еще всплыло то, что здесь была старая панель вот этого замка зажигания. Ее запараллелили. Замок новый. Видимо, от какого-то отечественного автомобиля. Ну, это бог с ним. Все разберемся. Непонятно, как трим к чему крепится. Датчик трима. Так, это пищалка. Вот замок. Тут все разъемы вроде подключены. Еще от пульта ДУ будет разъем. Пойдем к мотору. Так, ну опять же, я не буду пропускать кабель управления там, где он должен идти. Подключим так. Значит, ну здесь более-менее все понятно. Этот разъем. Это этот разъем. Так, вот так. Этот разъем, это этот разъем. А вот этот проводок, по уверению хозяина, это оторвавшийся вот этот вот крайний угловой провод. Вот он здесь. То есть его мы сейчас приделаем, так сказать, по месту. Это провод, который позволяет чекой глушить мотор, как сказал хозяин. Так, и треугольный разъем, красивый, красивый, это вот это. Ребята, я сам в шоке, если честно. Ну, что-то в нем есть такое, нравится мне. Вот так вот внешне вроде все красиво получается. Главная проблема, как мне вот эту штуку сюда примастырить, чтобы она с одной стороны работала. Наверное, вот в таком положении лучше это сделать. Да, провода пойдут так.
Наверное, сейчас эту как-то вещь сниму, сделаю здесь отверстие, прорежу, и тогда уже будет хорошо. Пришлось всю эту ручку снять. Сделаем под вот этот блок отверстие, прорежем. Вот это вроде коронка должна подойти. Да, ребят, проблема это пульт врезной, блин. С накладной как-то штукой все попроще. Так, ну прикинем, если он у нас будет здесь стоять вот так, чтобы провода особо не выгибались. Ну да, здесь где-то захерачим. Эй, подходи, честный народ. Так, тут у нас ничего, проводов-то нет. Сказал Саша уже, перерубив три провода. Красота. Вот так вот. Все, сейчас пропустим. Три должно быть болтика крепящих панель, но болтик только два. И опять же боюсь я, что здесь болтики-то необычные, а с американской заморской резьбою. Ну ладно, пока на двух, на eBay поищу, может быть, чего-нибудь. Не все так просто. Это надо туда вот увести. Этот рим, как я понимаю. Вот так вот. Скрутим, а потом эту панельку сюда саморезиками. Три здесь положения, то есть в трех вариациях может она прикреплена быть. Вот эта панель накладная, которая, естественно, снаружи борта, в кокпите. Получается три варианта крепления, чтобы провода могли, тросы управления могли под разным углом уходить в корпус, вовнутрь. Ну, грамотно, наверное. Так, саморезики нужны маленькие. Саморезы у меня вот такие. Конечно, пройдут насквозь, но ничего здесь не затронут. Во. Все, вот так вот. Собираем теперича эту ручку. Что, класс, столько шайб, и один какой-то тонюсенький винтик или какая-то втулка была, не пойму я. Тут демпфирует, вот это тоже будет вылезать. Такое ощущение, что здесь какой-то втулки не хватает, поэтому столько шайб наделаем. Причем шайб-то наделано, а еще их не хватает. Надо будет какую-нибудь втулочку тут хорошую подыскать. Так, а вот как выглядит эта причудливая конструкция с тыльной стороны. А вот как эта машинка работает. Вперед пошла, скорость включилась, пошел газ, толкает. У Меркури, подожди, у Меркури тянет. Да, здесь получается толкает. Фу ты, чуть не обделался. Так, скорость задняя, газ пошел назад. Все, прикручиваем теперь эти к двигателю. Пищалочку мы тоже закрепим, ну, так, чтобы она не болталась. Друзья, на сегодняшний день я заканчиваю работу. Значит, вот стенд такой получился для испытаний старых американских лодочных моторов. Осталось несколько вопросов. Вот проводки тут болтаются, поэтому сегодня уже надо в мануале посидеть. С хозяином созвониться. Ну, значит, за сегодня что? Мы посмотрели, трим работает. В принципе, хорошо. Все нормально. Вопросов к нему нет.
как-то прицепили все на стенд, все на завтра оставлю. Все, эту часть буду считать законченной, делаю до конца, уже подсоединю и буду заводить. Ставьте лайки, кому понравилось, подписывайтесь на канал «Личной паритет». Уже, ребят, весна, скоро на воду.